Девушка, можно вас попросить? Секундочку, мы доснимаємо це 2 хвилинки. 2. Просто 2. І чим скоріше ви звідси підете, тим скоріше 2 хвилини пройде. Тим скоріше ви будете знімати. Давайте, мужчина. Спасибо. Я повертаюся на X-Factor 2-й раз. Опа, опа, тише, тише. Я уйду, ти не услышиш. Ну, після, можна сказати, такого феєричного гала, ну, типу, запрошеного гала-концерту, я ж не можу з'явитися просто як учасниця. І тому я вирішила зробити таку інтригу. Якщо мене журі спитає, там, як вас звати, я скажу «Леді Ді». Ага, тобто вже не Ілона Купко? Да, а потім я в кого заспіваю пісню, я знімлю очки, який буде Ілона Купко. Мене звуть Леді Ді, пою я пісні «А любві». Мой діджей-шаман пише музику мені. І ще парня себе. Значить так, якщо тебе є 18, 18 – це гоніво, а в мене ж 2 таких кавалера було, вони до першої брехні на 3-й день вилетіли. Але якщо ти маєш бабло і в тебе немає серця і голови, то не підходь до мене навіть близько, бо я на гроші не ведусь. От так-то. Запаздуємо, давайте ускоряємося, ускоряємо, швидше побудемо. Мамочка, нам уже срочно... Мені, ну, без очків я не можу піти. Здравствуйте, меня зовут Леди Ди, и сейчас я вам спою песню свою о любви. Подождите, Леди Ди, вам надо было взять, вы так вышли, ой-ой-ой, надо взять псевдоним. Леди Ди, я вас узнал, вы Илона с прошлого раза, да? Андрей, это немножко странно звучит, Илона с прошлого раза. А что с прошлого раза, Андрей Михайлович? Я в прошлом сезоне, вы рвали X-Factor, я вас очень хорошо запомнил. Опа, опа, тише, тише, я уйду, ты не услышишь. Нежно, нежно поцелую, на рассвете я тебя. Опа, опа. Хорошо, давайте послушаем новую песню «Леди Ди». Хау, хау. Звук микрофона трошки немного громче сделать. Чикс. Хоу, хоу. Хоу, хоу. Хоу, хоу. Сейчас слышно, все хорошо? Так, да, все добре. Дякую, я себе чую. Дамы и господа, добро пожаловать на X-Factor. Только сегодня, только для вас. Новый хит от Илоны Купко. Я твоя девочка лета, лучами согрета. Держи меня крепче, со мной будет легче. И на одном дыхании сквозь признания смотрю в твои глаза и таю, таю, таю. Мысленно сгораю, никого не вижу, ничего не слышу. Дыхание, пульс, ускоряются мысли. И мы бежим на перегонки навстречу где-то. Рядом, 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 только с тобою. Рядом, 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 вместе с судьбою. Рядом, 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 буду с тобой всегда. Половинка ты моя, растворились мысли в чувствах и желаниях. И уже не важно наше расставание. Мы с тобой вместе, как в этой песне. Не удивляйтесь, если завтра эту песню споет группа «Огонь». Рядом, рядом, рядом. Гау-гау. Рядом, рядом, рядом. Олег, ну что, берете песню? Конечно. Мне кажется, все-таки та песня «Опа-опа, тише, тише» была круче. А. Нет? Честно говоря, мне понравилось только одно, что закончилась песня. Как вокалистка вы ни хрена не показали, когда вы поете «Мои уши вянут».
Я говорю вам нет. Илоночка, скажите, пожалуйста, а вас не смущает, что вы немножко там... Точнее, немножко не попадаете в ноты? И я считаю, что вам нужно еще в этом поработать. Я говорю вам нет. Бог любит троицу, дурачу. До побачення. Вы все высказались, так? Ну, это уже не имело значения. Она уже обиделась, почему мы не встали, когда она пришла. Ты думаешь? Ну, я думаю, встать, я увидел, что случилось. Леди Ди, а мы сидим. Нет. Видишь, писать ничего не буду.